Два ЧВКшника. Один наверху, один снизу. Блять! Сейчас с АГС будет работать! Так. Я попал. Он живой. Он голый. А я попал. М? Каким образом он-то живой остался? Чел. Не говори никому. Не надо. Так. Бегает по стройке второй этаж, видели? Вон. Ай, хорошо. А! Заряжаем мушкет. Вроде никого, чат. Так, погодите. Погоди. А это кто? Это они убили, походу, типа тут какого-то. Да, точно. Блин, второго уровня убили. Вот совести нет у людей вообще. Ходят вот этой своей таможни, убивают людей, блин, второго уровня. Что за прикол без магаза? Мейхкарт, это средневековый мушкет. Ага. Что ты там своей пукалкой, блин, ну? Чем ты там по мне стреляешь? Мосинкой, блин. Опять этот King Frog убивала сегодня. Вот смотри. О, какой ствол, видишь, мама? Отдай, у него нож. Разве это нож? Вот это нож. Стволина просто, блин. Второй уровень.
разве это нож? Вот нож. Да, да, я именно про это и говорил. Крокодил Данди в Америке. А, вот этот его с СКС-ки убил, кстати. Так, мне надо сейчас решалы как-то, чтобы меня не убили. Желательно. Было бы вообще неплохо, кстати. Так, а где тут первый-то? Ага, вот он. Не валяшка. Ну, теперь валяшка получается. Блять, у него КС-23. Хорош кашлять, ну. Смотри, какой любопытный. Там нормальный уровень должен быть, если он знает про это окно. Но звуков ноль. Обратили внимание, я стою вот здесь, он подходит к этой двери, я его не слышу. Настолько все плохо со звуками. А, 15-й, ты смотри-ка. Но он знает про эту фишку с окном. И это не КС даже было, это было 133-я, блин, МРК. Кто-то медленно ходит. Что, блядь, происходит? Чат. Не, нормально, нормально, слушайте. Так, погоди-ка. О-о-о. Так, это сюда. Вот такой вот мушкет. Шал не будешь убивать? Да нафиг он нужен, блин. Мы тут за людьми охотимся. Сколько? 6 человек убили с этой херни. С гаубицы. Просто с гаубицы, блин, 6 человек. Нормально. Бля, кто-то бежит. Ну, давай, чел. Заходи. Гуден Тарк. Видите, он броню почти уничтожил, короче. Доромс мастер. Это мастер общак. Если что. Ну что ж. Приятно познакомиться. А я управ дом. Вот там был чел. Блять, вот он до сих пор где-то там. Попал ведь, бля.
корабля. Или это бот был, все нормально. А, нет, это ЧВК был. Бля, ну... Не то оружие у меня в руках было. К сожалению. Там бот ходит, да? Питательный знак настройки. Там будут настройки для средних, слабых и сильных компов. А, бля, это по мне. Нашел этого снайпера. Походу начал по нему бот стрелять. И это его вынудило двигаться, начать. И он выбежал на меня. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.